На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Опасно. Такая скука торчать в этих трущобах. Ну, привет, дорогие зрители. Это Леонард номер 55 здесь. И... Секундочку. Это Леонард номер 55 здесь. И давайте-ка продолжать. Видно, этот тоннель на него не так. Так, да, чуть не оглу. Так, это пацан, ты что загаешь? Нет. Так, смотрим. Вас. Нет, ничего не скажете. Ладно. Вас. Нет. Как выжить честному торговцу? Если он это добычу не дадите? Это к здешнему оружейнику. Говорят, хороший мастер. Хорошо. Сходим. Так, нам куда? Наверное, я должен предупредить, у меня что-то небольшие проблемы с мышью. Она почему-то отключается иногда неожиданно, я не знаю почему. Так, надеюсь, это нам не будет мешать в этом эпизоде. Я больше не могу терпеть. Понимаешь? Ты Артём? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Он такой большой, такой страшный. И от него нехорошо пахнет. Да, всех нехорошо пахнет. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Я уже патрончик, малыш. Спасибо. Пошли со мной. Ты, ну, фонарик? Да. Пошли. Маш, тебе не стоит под этим языком ходить. Да, тебе точно не стоит ходить по этим закалкам, малыш. Твои родители. Наверное, да. Лучше было не спрашивать. Так, куда идем? Пошли? Нет? Дальше? Ладно. Пошли. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Спасибо, малыш. Отличного дня. Так, а тебе что нужно, подойди-ка, пацан? Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, слегка, я видел, но... Проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну... Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Ладно. Я еще не готов. Ладно, я подожду. Но я нетерпеливый, ты учти это. Ладно. Посмотрим, что тут еще есть, потом пойдем. Так, дай-ка мне здесь батончики. Спасибо за авансик. Так, теперь как нам назад вернуться? Все, назад вернуться. И мышка опять не работает. Все пойдет прекрасно, мне такое чувство. Мышка. Благодарю. Опять. И... Спасибо. Мышь. Еще. Ничего вроде. Мышь. Ладно, я сейчас вернусь, это просто смешно. Так, я вернулся, взял другую мышку, но здесь лучше будет работать. Так, на чем мы остановимся? Да. Пошли, смотри, что у нас тут закрыто. Привет, малыш. Ну да. Я разговариваю не с тобой, а с твоим малышом. Думаю, с ним мы договоримся быстрее. А кто это говорит? Дети?
О, привет. Сейчас, секундочку, дай-ка стяну эти патроны. Спасибо. Так, что хотел сказать? Сегодня льготные цены на любовь. По студенческим. А нет. Симпатичный. Ну. Так. Я этим не занимаюсь. И не буду. Не буду делать полный свой канал. Так. Вот я. Хотя мой канал один раз хакнул и пытаюсь высадить всякие полные. Мне даже не хочется об этом рассказывать. Так, опять. Так, как бы. Так, я так понимаю сюда. Фельма. Привет, медведь. Привет, Тут не район, а бомжи. Он только что через меня пошел? Ладно. Могу сюда пойти? Сэл? У меня наверное, нет дверь куда-нибудь. Я не знаю, я заблудился. А, вот. Лига. Я больше не могу терпеть. Ладно. Я тут только что сидел. Что-то знакомое там. А, Маш, что здесь слышишь? Видите, тут ваш сад то же самое. Я не знаю. Командир сейчас занят. Подойди позже. Ладно. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Пацан, ты в порядке? Господи Иисусе. Держи. Спасибо. Что, пасим тебе не то же самое? Постой секунду. Запомни, посмотри на яйцо того парня. И на этого парня яйцо. Господи Иисусе. Запомните их лица. Окей? Тебе пошлите наверх. А нет, не у этого парня. Напомни тот, того парня в прошлой станции, который нам про Москву рассказывал. У него было то же самое лицо. Я понимаю, что тяжело делать модель, но люди хотя бы, я не знаю. Хотя бы прическу другую, что я. У него, я имею в виду лицо в один в один. Ну, пульку, не дайте подохнуть бывшему системному администратору. У него даже куртка, по-моему, та же самая, только погрязнее. Он держит свою. Благодарю вас. Все, они что, Василий, что я хранилом занимаюсь перед этим? А, что так много едет-то? Привет, пацан, не расскажешь? Ничего нет. Ладно. Что это? Ничего. Ладно, пошлите назад. О, только сюда остался идти. Привет. Оружие. Оружие, наркотики, поддельные документы. Патроны не нужны? Не больше. Посмотрим, что есть на продаже. А старый свой агрегат можешь отдать бедным. 33, 33. Удлиненный стоп, позже гарантировать, пожать цель на средних дистанциях, средний стоп. Это неплохо звучит. Где? Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Я его изглушить, а мышцы совмещать по шумности стрельбы. Мне что-то помочь не нужно. Блин, изглушить им, бля. Хороший выбор. Шоп, а что ты не могу упасть? Один, два. Пушка. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Так, я могу купить тут что-то. Можешь отдать бедным. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Отказаться. Ну и ладно. Что тут еще? Что ты кудашь? С этим можно только. Какие-то новые для противогаза. Пока не нужно. Спасушная граната. Это даже неплохо. Так, я свой уже обожаю шампунь, не метеньёй. Нет человека и нет проблемы. Баба, нет человека и нет. Ну и ладно. Это постой. Кинжал? Острее не найдешь. Аптечка. О, аптечка всегда хорошо. Сколько у меня аптечек? У меня 4, пока хватит. Используй как оружие ближнего боя или метательное. Не знаю, не знаю. Нет человека и не пока ну что. Что у тебя? Обмен валюты, лучший курс. Да, купить, продать. Потом и. Отличная сделка.
А, разные патроны. Я даже не знаю, где они патроны нужны. Отличная сделка. Я не знаю. Это может вы бы. Если сюда вернусь, может мне посоветуете? Я не, до конца не понимаю, зачем мне с глушителем, вроде бы как. Игра. Оп, оп. Ладно. Это было странно. Ладно, ребят, может вы мне посоветуете, какой купить, если сюда вернусь или на будущее, поскольку я не понимаю. Мне лучше купить этот с удлинённым столом, с глушителем. Или что мне вообще лучше покупать, ребята? Может вы мне посоветуете, поскольку в этой игру никогда не играл. Просто скажите. Ладно, пока так попробую. Бига. А, вроде бы я тут уже все сделал. Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? А что мне нужно сделать? Это не та кнопка. Вау. Какая кнопка была? Я бы тоже хотел покататься. Б. Отдайте один патрончик, а? Е-кью. Эй, малыш, иди глянь у своих родителей. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Оп, зачем я это сделал? Я идиот. Сними эту штуку. Ладно. BN. Мне нужно проверить. Я уже не помню. Настройки управления. Клавиатура. Инвентарь. Вон, противогаз, аптечка ПНВ. М. Часы. Есть. А, жену М, окей. Ну, значит, М. Карта, понятно. Так, что у нас здесь? Добраться до полиса, отыскать сталкера по прозвищу Мельник. Объяснить ситуацию на ВДНХ, путь выбраться вместе с Бурбоном с Лечкой. Я понимаю, это дополнительная миссия. Давайте-ка сделаем ее, пока ничего не можем другого делать. Интересно. А. Значит, мне это идет туда. Или подожди, я тут, кажется. А. Сэр, я пойду. Спасибо. Блять, хорошо сжигал-то. А, мило, фонарь тоже работает. Ладно. Могу... О, интересно. Нет. Так это слишком тесно, интересно, нет? Ладно, пошли тогда. Не до конца на СК газ уведет. Оп, прыжок. Я сказал, прыжок! Есть. Нам нужно топать. Куда нам нужно топать? Так. Нет. Ну чё, готов? Ладно, готов. Пошли. Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Ладно. Пошли, товарищ. Нам куда? Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери слова неверена. Сердце мертвый грустное. Искусство живет вечно. Так поверить. И пусто. Ладно, пошли. Чувак, подожди, ты где? О, помощь нужна? Видимо, нет. Окей, спасибо. Ну, то и темно. Запущенные туннели. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный туннель глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Знаешь, мне кажется, парень под именем Булбон не может быть таким славным. Отлично, мы это держим. Вырвались. Ну, о, теперь стоп. Гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. А... Но я
если будем друг друга прикрывать, все путем будет. Окей. Убрать. Где мой дробовичок? У меня только 14 патронов, серьезно. Что за... Это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Окей. Цвет. Может быть, я смогу покрасить на них. Оу. Ну, это что, летучие мыши уже я пока все. Как они вообще сюда в метро попали? Имею в виду... Они же вроде в метро не обитают. Как они вообще сюда попали во имя апокалипсиса? Кто-то может мне объяснить? И, конечно, не раз... Я, конечно, был только в Лондоне в метро, но все-таки. Странный звук. От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие Нет. трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Да. Херня, правда? Я ничего не слышу. Адам, что так без дальше. Оп, не ожидал, пардон. Ты крыс боишься? Дурилка картонная. Бояться надо, когда крыс вокруг нет. У этой мышки не очень удобная крыса. Стоп, у меня есть еще третье оружие? Нет. Ладно, у меня есть... пардон. Это ж чуваки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Надо было потом уже. Так, теперь будь на стреме. Они по беспределу выступают. Да базариться не удастся. Я только что послушал, что ты мне гаял. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не за день банки. Не, наверное, надо было с глушителем что-то взять, я понимаю. Да под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Ладно. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Вы здесь смотрите. Как их разглядеть? Да, а можешь сохраниться? Нет. Как я их должен разглядеть? Да, отличная тактика, Саша, в тишине. Ну, это не прокатило. Нашего одного вальнули. А чё ты там просто стоишь? Фонарик тебе выключит, тебя найдут. Просто заткнись и всё. Ищи его, найди мне этого подонка. Ну, часа тикает. О! Это так понимаю, нас нашли. Ты должен там стоять. Файн. Я твои кишки себе на шею повесил. О, проклятие, это плохо кончится. Где мой... Направо! Дробовик, дробовик, где мой дробовик? Вот мой дробовичок. Оу! Спасибо за помощь! Ладно, дробовик не нравится. Ну... Чёрт! Они нас гасят! А не, я тут один стою. Оу, дробовичок. И гранат, так понимаю. Шо ты га... О, покатя.
А, черт. Я заметил. Это я и делаю. Так, посмотрим. Тактика. Как бы нам пройти через них? О, черт. Так, тихонько. Да, черт. Надо близко подойти, черт, почему я не могу близко? Аптечка. И я умер. Это было глупо. Запустим чекпоинт. Газ. Значит, я остановился. Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Как я их обез... Ну, сейчас спрячься, можно? Тихо, Ша. У нас гости, кажется. Ты давай в угол заныкайся и смотри, как профи работают. Владимирский Централ, ветер северный. Когда я банковал, жизнь разменивал. Но не очко обычно губит, так 11 туз. А нечисть здесь шарится без спроса. Бери перо, считай трофей. Все, двинули. Чё? Так, Да они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь поставил. Ничего уж не видно. Это будет весело. Что ж, я думаю, на сегодня нам пора заканчивать. Возможно, как у нас эта ситуация в следующем эпизоде. Это был Ариан от 0 на 55. И пока.